на день. Я вижу, что это вы цитируете, скорее всего, меня, но, может быть, и каких-то других людей. Потому что я тоже так говорю в любое время. И дальше я говорю, не позднее начала 7-го тысячелетия. И еще вы спрашиваете, некоторые пишут, что в 7-м тысячелетии не будет материи. Вопросительный знак. Попробую ответить на ваши вопросы. Третий храм – это не здание такое, вот, которое сегодня можно построить. Третий храм, как и первый, и второй, но каждый по-своему, поэтому появление храма и первого, второго разное было, и третьего тоже разное. Третий немножко описан в книге Иехескеля, у пророка Иехескеля. Но его задача будет уже другая. Когда он появится, это не будет начало, как первый храм, и не будет попытка такая Всевышнего дать нам возможность продержаться, пока устная Тора будет развиваться у нас. Это была задача второго храма. Третий храм просто итоговый. Он появится для того, чтобы мы могли увидеть, получить сигнал о завершении всего великого 6000-летнего исправления мира. И поэтому третий храм появится сам. Он фактически выйдет из духовных миров, где он находится сегодня. Он находится сегодня. Он находится рядом с нами. Если мы могли бы видеть, мы бы видели, что он находится на расстоянии примерно 1 метр от земли в районе Храмовой горы. Но наши глаза не могут видеть духовные миры, поэтому мы его не видим. А он появится элементарным образом, он проявится и все. И все будет окутано огнем, как говорится у нас, поэтому огнем он был уничтожен, и в огне он восстановится. Появится огонь, и этот огонь как бы выдавит из духовного мира конструкцию храма. Конструкция храма появится только на какие-то часы, на день. Я думаю, что может быть, и даже может быть и месяц, может быть и неделя, трудно сказать. Потому что каждый отрезок времени для чего-то нужен. Но что будет нужно, когда это появится, когда мы же уже сделаем значимую часть работы по исправлению мира, связанной с материальным миром, он появится как итоги. И больше он не нужен будет. И мы перейдем в 7-е тысячелетие. 7-е тысячелетие будет не так, как вам кажется, что в нем не будет материи. Ни в коем случае, ведь 7-е тысячелетие – это аналог субботы, 7-го дня. А суббота отличается от первых 6 дней, от четверга или пятницы. Тем, что в четверг и пятницу у нас работа идет в мире. Надо пилить дрова, надо строить самолеты, надо писать, надо компьютерами пользоваться, надо еду готовить. Полно дел, вы знаете, это вот 6 дней работы. 7-й день, я говорю о евреях, а будут тогда де-факто только евреи в 7-м тысячелетии, а не евреи, будут только их души, которые перенаправлены будут в рай, в Ган-Эден, и будут там находиться, поджидая, когда еврейские души попадут туда на 1000 лет позже, в конце 7-го тысячелетия. Они в 6-м, потому что у них не будет задач других. А у нас в 7-м, поскольку у нас будет задача еще в 7-м тысячелетии. И даже в 8-м, но сейчас мы не будем говорить об этом, но в 7-м точно. Эти задачи каждый, кто соблюдает шаббат, прекрасно знает. Что такое йом-шаббат? Неправильно думаешь, это йом отдыха и безделья. Йом шаббат – это день интенсивной работы. Йом – это день на иврите. День интенсивной работы, духовной. Поэтому в шаббат нельзя, запрещается практически все виды работ материального мира. Нельзя пахать, нельзя сажать, нельзя собирать урожай, нельзя варить, нельзя жарить, нельзя слушать радио, пользоваться компьютером, писать. Все это нельзя делать в шаббат. Те, кто соблюдает шаббат, это все знают. Значит, а что можно в шаббат? Изучать Тору, а также участвовать в трех трапезах, которые не являются
праздником для желудка, а является материальным таким изображением духовной работы, которая заключается в том, что мы перемалываем пищу, которую мы едим. Для этого существует у нас 32 зуба у каждого человека, и даже когда у него по возрасту или по медицинским показаниям не 32, а осталось 28, или 22 зуба, или 25, но все равно это является аналогом пережевывания пищи 32 зубами, потому что 32 в духовном мире есть 32 потока проявления мудрости. 32 потока. Так это символ, что мы должны проявлять мудрость, пережевывать пищу, это значит размельчать ее. Это символ, что мы раздробляем реальность и находим там духовные искры. Это вот и есть модель, что мы питаемся. Мы находим духовные искры. В земном мире это значит, мы размалываем еду, потом она поступает в желудок, потом идет дальше, и всюду, начиная с рта и пищевода, и желудка, и дальше, все размалывается, распределяется на мелкие кусочки, потом вплоть до молекул, совершенно все раздробляется, и вытаскивается из еды то, что нужно для того, чтобы поддерживать тело, давать энергию, а все, что не нужно, уходит, вы тоже знаете, по каким двум направлениям уходит. Жидкое одно, нежидкое другое. И так была еда, и она полностью перемалывается, используется, и шлаки выбрасывается. Так и работа в шаббат. Учить Тору, понимать мир, анализировать, разлагать, находить вещи, которые духовно полезны, это аналог еды. Находить вещи, которые духовно полезны, задействовать их, изучать Тору, готовить вещи, которые нужны для жизни. Во время трапезы те или другие слова произносить из области Торы, для того, чтобы возвысить себя и окружающих. Это шаббат, это седьмое тысячелетие. Так что, видите, с одной стороны, материальных работ не будет, материя будет, не будет влиять уже почти. С другой стороны, будет еще духовная работа. В восьмом тысячелетии даже вот эти основы материального тоже не будут. Останется сугубо духовная работа. У нас есть аналог этому. Восьмое тысячелетие – это 8 дней Хануки. 8 дней Хануки зажигаются свечи в память о том, что законы природы перестали действовать. И масло, которого достаточно было для горения в течение одного дня, это масло горело в нарушении законов природы. Все законы природы нарушены были. 8 дней, поэтому празднуем Хануку 8 дней. Все было таким образом изменено, и это будет в 8-м тысячелетии. Материальная сторона практически уже не будет иметь значения, ее не будет, будет только души людей, а не их оболочки. И как Ханука – это огонь, который мы зажигаем, и говорится, что когда мы зажигаем, мы просто произносим некие слова каждый раз при зажигании ханукальных свечей, что они даны только для того, чтобы смотреть на них, но не пользоваться ими. Потому что огнем пользуются в материальном мире, вы знаете для чего, варить, жарить, освещать мир, в материальном смысле греть его и так далее, этого ничего не нужно. Свечами Хануки нельзя пользоваться никак, только может смотреть на них. И этот процесс будет касаться 8-го тысячелетия. То есть мы будем видеть духовные явления, а наши оболочки, они уйдут, не будет ничего материального. Но еще, так сказать, память об этом будет. Поэтому 8-е тысячелетие, можно говорить о нем, что там уже не будет материи, но в каком-то смысле еще немножко будет. В 9-м уже не будет совсем. Понять это нельзя, не нужно напрягаться, не нужно страдать и думать, как же люди будут жить, если у них тела не будет и прочее. Это будет что, горячее, ходить в
пламя свечей только будет по улицам ходить. Но нет, не будет ни улиц, ничего. И пламя свечей будет только духовное. Поскольку мы не видели этого ничего, и не представляем этого ничего, и не может представить, не надо об этом думать. Но знать надо. Наша работа и задача – это 6 тысяч лет. Не надо ломать голову ни над 7 тысячелетием, ни над 8. Потому что ничего хорошего из этих размышлений не будет, только путаница и даже духовный вред. Поэтому не нужно, я минимально вам рассказал, я думаю, что более-менее понятно, ответил на вопрос. Так что всего доброго, до свидания.